Новый Volkswagen Golf останется без электрической версии. Volkswagen Golf нового поколения и электрический хэтчбек появится в начале 2018 года. Новинка разделит платформу MQB с нынешним Volkswagen Golf 7, немного увеличится в размерах и прибавит в весе. Уже в начале года состоится премьера Golf 8 поколения, а спустя две недели представит электрический хэтч ID, заявил член правления немецкого концерна и начальник отдела продаж и маркетинга Юрген Стокман. Будет очень мощный новый Golf 8, он появится всего на месяц раньше ID. Мы считаем, что они оба стоят внимания, сказал он. По словам топ-менеджера, полностью электрической версии у новой модели не будет. Golf 8 поколения будут предлагать с бензиновыми и дизельными моторами, а также с гибридной силовой установкой. Место и Golf в модельной линейке бренда займет ID, с ценником примерно как у дизельной версии нового Гольфа. Во всех моделях ID, включая ID Cruise и ID Buzz, будет использоваться совершенно новая платформа MEB, созданная специально для EV. И Golf не будет, потому что мы прекратим электризацию следующего поколения Golf. Если вы посмотрите на батарейный блок MQB, в текущем e-Golf, он распространяется повсеместно. Это выглядит фантастически, но не очень оптимально, сказал он. Текущая версия e-Golf была представлена на автосалоне в Лос-Анджелесе 2016. Электрокар оснащен литий-ионной батареей емкостью 35,8 кВт. Входящий в состав силовой установки 134 сильный мотор развивает 290 Нм крутящего момента. Максимальная скорость – 150 км в час. Разгон до 100 км в час занимает 9,6 секунд. Запас хода – 200 км. Источник – Drive. По материалам сайта newsgro.com.